Здравствуйте, меня зовут Тимур Хмалин. Мне 6 лет. Мы с мамой поехали в парк «Сказка». Я увидел там комнату страха. Я уговорил маму туда пойти, потому что мне было очень-очень любопытно, что там. Значит, мы туда зашли. И там были такие монстры. Вообще, у них светились глаза, скелеты, вампиры. Так что очень страшно. Когда мы вышли, я аж заплакал. Но потом мама мне объяснила, что они не настоящие, это все выдумка, они пластиковые.